А теперь представь, мы с тобой, милые старики. Нам уже далеко за 20. Приголубились где-то в домике у реки, не разучившиеся целоваться. Я читаю тебе Ахматову, ты глядишь в горизонт, пьешь виски. К нам еще не пришло осознание того, что смерть где-то близко. Я пеку пироги для внуков, а ты учишь играть в карты. Потом младший скажет, что сегодня не было фарта. Мы заливисто рассмеемся так, как лет 50 назад, когда все друзья были живы, когда нами правил азарт. Будем жизнь вспоминать как праздник, мы на нем виновники торжества, и мы будем держаться за руки от начала и до конца.